остановки или лишь их имитация? Могут ли криворожские пассажиры в комфорте ожидать свой транспорт? Сейчас очень многие города экспериментируют с разным форматом остановок, с разным форматом того, что там размещается. О криворожских остановках, их состоянии и торговых павильонах, которые занимают всю площадь, поговорим уже в эту среду в проекте «Городская среда» в 20:30 на главном телеканале Кривбаса.